Привет, друзья! Сегодня у меня в ремонте Mercedes GLC. Итак, машина уже у меня в мастерской. Будем ремонтировать правую сторону. Итак, начнем ремонт. Сначала разбираю. Машина разобрана, устанавливаю ее на стапель. Машина уже на стапеле, порог выглядит ужасно. Теперь мне надо вытянуть среднюю стойку. Но сначала я удалю часть внешнего металла, так я увижу состояние внутренних усилителей. Итак, начнем. Итак, что я вижу? Внутренний усилитель тоже сломан. Его мне надо вытянуть и отравнять. Но пока вытягиваю все, что можно.
Итак, я думаю, с вытяжкой я закончил. Точно я буду знать, когда начну примерять детали. А теперь мне надо удалить остальной поврежденный металл. Также я удаляю этот усилитель. Все отравняю и затем приварю обратно. Здесь мне надо удалить часть внешнего металла, чтобы добраться до крепления петли дверного замка. Эта деталь тоже поврежденная. Ну что, первая примерка. Как видите, средняя стойка немного недотянута. Исправляю это. Теперь все нормалек, наверное. Надо примерить двери. Зазоры хорошие, но надо немного дотянуть среднюю стойку. Чудненько. Теперь нам надо подровнять удаленные детали.
Итак, у меня все готово к сварочным работам. Сначала приварю внутренние элементы, затем внешний металл. Сварочные работы закончил. Теперь устанавливаю двери и по двери заканчиваю заднее крыло.
Моя работа закончена. На эту работу ушло 54 часа. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы видеть больше видео. Пока!